Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом заварного крема на основе сгущенки. Крем получается очень нежный, легкий, прекрасно держит форму и подойдет как для пирожных, так и для тортов. В кастрюлю с толстым дном вбиваю 2 яйца. К яйцам добавляю 50 грамм сахара. Также добавляю 1 пакетик ванильного сахара. Все хорошенько перемешиваю. Дальше в яичную смесь добавляю 1 ложку кукурузного крахмала. Довожу массу до однородности. Дальше добавляю 1 стакан молока. Все перемешиваю венчиком и отправляю на медленный огонь, постоянно помешивая. Через несколько минут крем начинает густеть. Важно не останавливаться и продолжать постоянно мешать. Крем берется комочками, и это нормально. Я продолжаю мешать. И вот уже крем стал абсолютно густой, плотный и не имеет комочков. Я выключаю плиту, накрываю кастрюлю салфеткой, сверху накрываю крышкой до полного остывания. Заварная основа остыла, и теперь я делаю крем. Для этого мне надо сливочное масло комнатной температуры 150 грамм. К маслу я добавляю 180 грамм сгущенки. Масло с сгущенкой взбиваю миксером. В масляную смесь я понемногу добавляю заварную основу и взбиваю все миксером. Необходимо взбивать до полного растворения заварной основы. Поэтапно я ввела всю заварную основу. Вот такой крем у меня получился. Он достаточно плотный и густой, но при этом и воздушный. Прекрасно держит форму и не плывет. Крем универсальный, он подойдет для приготовления любых кондитерских изделий. Если остались вопросы, пишите в комментариях, а я вам желаю хорошего дня и прекрасного настроения.